завис, смотри. Так, и с компом все нормально. Почему у меня The Witness 1 FPS и... А, это загрузка странная. Окей. Ой, все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я вспомнил, на чем я закончил. Ой-ой-ой-ой-ой. Такс. Ага, и еще я вспомнил, что она жутко медленная. Такс. Что мне здесь надо? Мне надо сделать вот... Знаете, как долго я в прошлый раз привыкал к тому, что она жутко, просто жутко медленная. И вот в этот раз мне придется делать абсолютно то же самое. У нее очень... Особенно после вахи, когда у тебя, ну, то есть, нормальные сенсау мышки, она просто невероятно медленная. Что? Как... Так. Даст. Не надо вот этого вот. Сакерон. Я понял. Квад. Кажется, кто-то сейчас от меня лично топором по жопе схлопочет. Так, что у нас здесь есть? Вниз пока спускаться мне, ну, явно нельзя. По-моему, я наверху еще не решил какие-то загадки. Так, здесь я дверь открыл, все. А, вот я не решил еще. Так, что у нас тут получается? Так. Я помню, что мне надо вот эту захватить и две вертикальные сверху. Стоп, ну мне это делать надо снизу, чтобы наверх пройти. А еще одна может быть ограничена. То бишь вот так. Вот так и вот так. Такое может быть? Нет. А почему? Стоп. Я ж вас перевожу полностью. Ну, то есть... У меня 4 уходит вниз. А, потому что 2 сверху должно быть. Вот так. Во. Так лучше. Я проглядеть мои глубочайшие... Окей, так и быть. Шак, ты же оттуда шел, зачем ты обратно идешь? Я здесь головоломки не решал, а отсюда я вышел, чтобы дорешать головоломку на башне. Но, по сути, мне надо было сюда обратно. Такс. Теперь задачка абсолютно та же, но теперь мне не дают в центр пройти. То есть, вот нельзя вот так вот обратно решить. Такс, допустим... ням-ням-ням-ням, а что нам тогда делать? Если нам нельзя пройти в центр, значит эти палки, например, должны быть по краям. То есть, допустим, так, так, так и вот так. Да. Здесь у нас... О, господи, твою налево. Такс. Мне надо ограничить 2, ограничить 4, еще попутно ограничить 1, причем 4 должны быть вертикальными. То есть вот типа 2, 4, 1... Стоп. Я не смогу 1 ограничить так по центру, мне надо ее с чем-то связывать. Правильно ведь? Правильно. Так, стоп. А с чем я ее могу связать так? Она слишком далеко. То есть мне нельзя ее ограничить вот так вот. Ну, банально. То есть я не могу сделать вот так. У меня здесь вот эта палка есть. Нет, мне все из них надо ограничивать по отдельности. Но фишка в том, что я банально не смогу это сделать с центром. То есть вот это вот так не работает. Потому что остается один лишний квадрат.
Если бы я ее мог с чем-то соединить, я это не могу сделать, потому что она слишком далеко от них. То есть вот это работать не будет, соединение. Соединение с этой большой палкой тоже работать нифига не будет. Банально, я это только что делал. Как бы мне решить тогда эту хрень? Мне сейчас централь... А, я забыл написать название без спойлеров. Сорян, ребята, секунду. А то сейчас ребята-то набегут. Так. Без спойлеров и подсказок. Вот. Так лучше. А то одни могут. Я знаю. В прошлый раз такое было. Так. Продолжаем. Такс. Я не могу замкнуть центральную. Так, будем думать логически. Я не могу замкнуть центральную. То бишь, мне надо решать эту загадку путем сложения с чем-нибудь. Сложить с нижней я, наверное, не могу никак. Блин, так же, как и с боковой. Я не могу их никуда... А, стоп. Не, я не могу их никуда подвинуть вообще. То есть даже если бы я вот так вот захотел сложить, чтобы они рядышком были. Оу, стоп. Так, стоп, 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 стоп. Мне что, надо сложить все три, получается? То есть мне надо сделать, чтобы у меня все три были сложены. Допустим, я переношу палку. Так, этот квадрат будет единичным. Два. Оу. Так, а теперь как мне это выделить? По-моему, я придумал решение, но теперь мне надо его реально выделить как-то. Решение здесь вот такое вот, ребят. Сейчас я его просто вам покажу, да? Вот. Если я все правильно понимаю, то у меня палка сместится вниз, наверх пойдет квадратик, дальше пойдет вправо двойная и выход. Теперь как мне это сделать так, чтобы выход не перекрыть? Стоп. Я могу, наверное, сделать это вот так вот. Оп. Да. Хе-хей. Логика. Фух. Подсказка, ты думаешь? Окей, бе-бе-бе. Такс. Здесь у нас такая вот фигурка. И еще тройная. Так, ну-ка. А ну-ка, давай-ка. Решать, выходи. Такс, допустим, три. Ага. Допустим, так. Ага, мешается. Окей. А если мы мем, если мы сделаем вот так, вот, например, это глупо. Вот так, вот, например, плюс вот так, вот есть не кроватно, и у меня открылась калиточка. Отлично. Ну, собственно, не знаю, пока мозг не пухнет, пока все нормально. Вроде как более-менее вспоминаю, как решать. Оу. Серьезно? Диагональ. Ох ты, вот диагональ я первый раз вижу. А, то есть это к тому, что они могут пересекаться, да? Я все понял, шеф, я все понял. Что? Как это нет? А, блин, точняк, я четвертый упустил. Нет. Так, стоп. А если я сделаю вот так вот и вот
Так вот не сработает, я понял. Вот так. Так, здесь одна угловая. А полная угловая? Не, не полная угловая, кстати. То есть она вот такая вот именно. Не в полный экран, а вот, вот тут вот. Так. Плюс 2 по краям, плюс еще 3. О! Так, стоп. Допустим, здесь одна будет так. Допустим, здесь 3 будут так. И 2 тогда не вместе. Нет, 3 и 2 должны быть между собой связаны. То бишь, это будет вот такая вот фигура. Такс. А еще должна быть угловая при этом. Ага, вот она. Стоп, я ее вижу. Одна вот здесь вот будет. Вот так вот. Ну, по крайней мере, она должна быть здесь так, да? Если она здесь так, то сюда будет 2-2, сюда будет 3, то бишь... Мне... Не-н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 е. Стоп. Еще раз подумаем. Ага. Допустим. У меня не складывается вот именно вот эта вот двойная. То есть вот эта вот фиговина, она мне не совсем складывается. Причем она должна быть походу вот такой вот. Блин, странная фигня. Она должна складываться хоть с чем-то вокруг. Но при этом разделена. Я бы сделал ее вот, ну, вот такой вот весьма некультурной, да, как бы. Что поделать. Ну, так. Подсказка ты шаг. Господи, хорош троллить, а? Тридцать пять минут до делика. Хигесо, да пофигу. У нас сейчас не про делик. У нас сейчас про решение загадок. Так, стоп. Стоп. Это сюда. Ее обходит двойной вот так вот. И нижняя остается. Черт. Да. Ее двойная может обойти здесь сверху. Но тогда тройная мне не включится. То есть у меня вот эта вот тройка остается как бы за пределами. Секунду. Она у меня здесь. Двойная прикрывает. И тройная тут. То бишь, мне надо сделать вот так вот. Серьезно? Вот так? Нет. Стоп. Стоп, а почему нет? Вот у меня есть одна Г. Вот у нее две прикрывающие. А, низ. Точно, то есть вот так вот. Не, стоп, я не понял, что я неправильного сделал. У нас есть Г-образная. Да, у нас есть тройная слева. И у нас есть две. Че неправильного? Моя не понимать. Вот здесь тройная. Вот здесь вот Г-шка. И здесь две двойных. Почему он говорит, что я сделал это неправильно? Причем он говорит, что сделал неправильно, ну, то есть вообще неправильно. А почему вообще неправильно? Они должны адекватно вот об этот угол, ну, с этим углом реагировать. Перенос здесь весьма рабочий. Hmm.
Да не, я думаю, вот смотрите, здесь у нас стоит угловая, так? Вот. Ее обходит вот эта вот двойная, ее обходит вот с этой стороны две. И вот с этой стороны две. И при этом в самом начале у нас вот тройная стоит. Они же идеально сочетаются, почему нет? Возможно, я что-то не учел. Мне интересно, а вот это то, что посередине двойная, она... То есть между ней... У нее точно расстояние должно быть между ними или нет? То бишь, мне надо как-то две отделять? Хоть так отделяй, блин. Тройная тут. Угловая здесь. Двойная тут и тут. Почему, блин, он мне пишет, что я неправильно решил? Моя не понимать. Почему это неправильное решение? Так, ладно. Если это не работает, мы попробуем решить ее немножко по-другому. Так, попробуем опять же логику применить. Логично, что угловую я никуда сдвинуть не смогу, не включив вверх. Если я вверх включаю, допустим, тройку, то есть вот здесь вот у меня тройка стоит, так? Значит, я угловую могу сдвинуть чуть правее, то есть это будет уже вот так вот. Но при этом две двойных я никуда не смогу поместить. А, стоп, не так. Не-не-не-не-не-не. И две двойных у меня останутся здесь внизу. Но я их прекрасно обхожу просто. Одна лишняя получается клетка. То есть у меня должно быть вот так вот буквально. Нет, вот так вот. То есть вот здесь вот у меня тройная, здесь у меня угловая. Две двойных остаются не у дел. Да. Собственно, ладно, с тройными это работает. Теперь что? Как мне встроить две двойных? Сюда. Когда нет, их не получается просто так строить, потому что между ними должна быть какая-то хрень. И между ними хрень должна быть либо тройная, либо угловая. Гррр! Не, вот серьезно, моя не понимать. Почему вот мое решение, которое я в прошлый раз подошел, почему вот оно не подходит? Я вроде все даже расписал, они нормально складываются. Но я не понимаю, почему оно не подходит. А стрим XCOM 2 субботу? Нет, ребят, я стрим XCOM 2 не обещал еще никогда. Я сам буду решать, когда у нас наступит XCOM 2. Не надо остальных вводить в заблуждение, пожалуйста. Сложно. Что самое обидное, я должен вот эту часть включать в свой пазл. Обязательно причем. Причем реально обязательно. Такс. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я даже это уже в голове давно зарисовал. Я не понимаю, почему игра говорит, что нельзя такое решение делать. По идее же это должно быть все очень и очень просто. Может, я, конечно, велосипед изобретаю, что, скорее всего, так и есть. Но, блин. Не, блин, вот, ребят, серьезно, для меня это просто так очевидно. Мы тройную ставим сюда. Угловая у нас уходит вот так вот. Так ведь, вот угловая.
Тройная получается у нас снизу здесь. И две двойных вот тут вот и вот тут вот. Но это же очевидно, правда? То есть все, что мне надо сделать, это сделать вот так. И вот так. Какого черта тебе, блин, это не подходит, твою мать? Либо эти две двойных не должны быть разделены ничем, они просто должны быть разделены, я не знаю, линией. Тогда это другое дело. Всем привет, здарова, Порз! Чего? Уже что? Нет, не очевидно, почему? Почему? Вроде все логично, ребят же. Тройную я перенес. Угловую я оставил на месте. Вот здесь вот. Две двойных ее обрамляют, причем с обоих сторон. То есть и тут, и вот тут вот. Угловая. Почему игра не принимает это? Мало того, что она не принимает это как решение вообще. Она говорит, что я ни одну не включил при этом. Видите? Я моя не понимать почему. Стоп. А давай-ка я попробую сделать сначала вот так. Так. Окей. А если я попробую сделать вот так вот? Ага, это тоже не считается. Стоп. Ты что? Ты у нас поверху, что ли, только должна идти? Не-не-не-не-не. Глупость какая-то. Ладно, если я заранее сделаю тебе обрамление, это будет у нас вот так вот. Нет. То есть вот это вот углов... Они должны быть с другой стороны. Я вот этим вот обвожу... То есть, короче, игра не считает, что я их вообще обвел. То есть вот не как вот эти, да? Здесь я спокойно их как бы поверху обвел, нет. Здесь мне такое чувство, как будто надо их сверху обводить все. То есть вот именно вот прям вот так вот, чтобы вот. Жопа. Нет, Дост, по идее я завтра с Гашем встречаюсь. Гаш мне передаст 870-ю свою... Ой, 670-ю свою. И может быть 670-я карточка будет полегче. Окей, ребят, давайте, я пока сдаюсь. Давайте подсказку. Я не хочу на этой головоломке сидеть еще полчаса, и не понимаю, почему она не хочет поддаваться моей логике. Потому что вот решение абсолютно, считай, такое же, как и здесь, просто... Просто игра говорит, что нет, такое решение невозможно. То есть вот тут вот две двойных и тройная. Игра говорит, нет, ты не решил эту головоломку. Давайте подсказки в студию. Мне уже банально интересно, какого черта. Нет, центрально вот здесь остается лишнее. Там разница в две клетки должна быть между двумя двойными. Оу. В две клетки между двумя двойными должна быть. Окей. Есть ли разница, то есть они должны быть вот так и вот так, да? И при этом они еще должны быть в себя включены. То бишь я должен включить сюда вот тройную.
И попутно в тройную я должен включить еще и угловую, которая должна быть наверху. Допустим, угловая у меня здесь. Допустим, тройная встает сюда. И, допустим, здесь двойная, и там двойная. Так, что у нас получается? Ну-ка, мозг, а ну преобрази это в картинку, блин. Вот так вот, что ли? Нет. Стоп. Двойная есть. Тройная есть. Изгиб есть. Еще одна двойная. Почему? А, потому что я тройную не включил, блин. Тройная должна включаться. Вот же попа. А если так, у меня получается одна лишняя. Одна лишняя. Хотя... Не, внутрь лишняя. Так, 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 так. Тут вчера сидел очень долго. Надо этой, что ли, прям? Вверх, ну-ка, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Три, что? Три вверх, лево. Ты сам-то понял, что написал Катакес? Здрасте, здорово, Верт. А, подожди, если между ними расстояние в 2, да, и между ними надо вставить угловую, в которую тоже расстояние в 2, и тройную еще сверху. А, допустим, я сделаю их посередине, то бишь они будут вот так вот. Угловая, тройная вниз. Так, 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 что у нас получается? Секунду. Эта шняга стоит вот здесь вот. Здесь стоит тройная. Здесь двойная и там двойная. Такс. Значит, у меня лишний вот этот вот квадрат идет. Так, 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 вот этот квадрат и вот этот квадрат, да? Нет. Стоп, две... А, не-не-не-не, вот так вот, походу, да? Блин, мы возвращаемся опять же к моему решению, что ли? Что я в прошлый раз твою налево сделал неправильного? А, я в прошлый раз вот так вот делал, да. Вот так вот. Я просто был очень близок, я тройную переставил ниже, чем должен. То бишь это должно быть... О, господи, я опять не повторю его. Мат. Вот так вот, что ли? Стоп, давайте. Нет. А ну повтори! Только что же сделал. Тройная. Нет, здесь двойная. Тройная здесь. Во-во-во, вот, 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 все. Вот так. Да. Спасибо за подсказку, которая, ну, блин, которая не помогла мне. 100 пудов решить. Спасибо, что подсказали, что просто между ними расстояние в 2. И на этом действительно спасибо. А я сходили в больничку, мне выписали таблетки, такие дела. Ну, лечись, Лер, что же. Лечиться надо. Справа вверх, вправо. Три вверх, нет. Три вверх явно не то было. У меня здесь нигде нету три вверх, ребят. Смотри, в общем, на расстоянии между точками картинки. Да-да-да, спасибо, ребят, спасибо. Так, ну-ка, уйди с этой. Так. Угу. Под воду все еще нельзя. Окей. Так, тут у нас что? А, здесь нас знакомит с косыми. Это то, что мне Туз подсказывал, да? Здесь нас реально знакомит уже с косыми. Что? А, я ее... То, что я сделал в прошлый раз как раз. Я ее просто неправильно повернул. Так, 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 так. Здесь у нас что будет? Их же можно повернуть и сложить, правильно? Я правильно повернул, сложил? Не, неправильно. А, не, правильно. Так, здесь, допустим, ты будешь вот так... Ага, будешь ты, конечно, вот такой вот. Нет. Тебе надо делать... Я понял.
Допустим, мы тебя сделаем. Нет. Так, я на выход вообще могу попасть только вот отсюда, либо отсюда. Скорее всего, вот так надо будет попасть на выход. Только перед этим надо сделать... Блин, как тебя перед этим обрамить-то? Обрамление. Так, допустим, так нельзя. Да? Также нельзя чуть левее. Так, повернем ее. Допустим, вот так вот. Не получится. Хотя, если сделать это чуть дальше, вот так, стоп. А, вот почему не получится. То есть я хотел сделать ее вот так вот, но не прокнет. Шлеп. Так, а если в другую сторону? Мне там тоже ничего не даст выйти, да? Да. То есть отсюда здесь тоже заблокировано. Так. Значит, мы пробовали ее сделать вот так вот. Пробовали ее сделать вот так вот. А если еще дальше повернуть, то она будет 2 вниз. И 2 вниз ее нельзя здесь сделать. Хотя можно на... Нет, нельзя. Опять же, мне не дают здесь пройти. Так. И остается один вариант. Ля-ля-ля-ля-ля. Хотя... Нет, я ее переиначу. Хотя нет, вот... Нет, тогда она не включится. Блин. Козяк. Ну, а че я только на низ забился? Может, она сбоку должна быть где-то привязана? Это так не подойдет. Это тоже так не подойдет. Снизу она тоже не подойдет. Так и здесь так не подойдет. Господи, у меня мозг ее уже как только не прокрутил. И почему-то все не то и все не так. И так она тоже не подойдет. У нее всего одно решение есть. Слушай, а может она поверху банально? Нет, поверху у меня две скрывают. Так что мне позволит вот так пройти с тобой? Скажи мне, пожалуйста. Так, стоп. Вот что мне позволит с ней вот так пройти. Вот. Зациклился на низу, бывает такое. My God is that amazing. Спасибо за фоллоу. Соляная, блин, кислота. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А тут все из Новосиба? Нет. Я сам из Москвы, как стример. Оу. Окей. Так, а что? Что? Я должен каждую разделить, что ли? То есть она каждая должна быть абсолютно отдельно. И еще центральная должна быть как-то повернута так, так чтобы. Так, моя не понимать. Так, вот это мигает, и вот это, по-моему, мигает. Эти квадратики реально все должны быть отдельно? Серьезно? Не, ну я согласен, это красиво, но, блин, толку в этом. Они реально должны быть все отдельно. Значит, как-то я могу вот так их соединить. Хотя сказано, что я могу поворачивать ее в абсолютно любую сторону. По сути, своей загадка симметрична.
То бишь, если я соединю тебя даже не так, а вот так вот. Это тоже будет работать. Такс. Только сделать это надо перед выходом. То бишь, это надо сделать вот так вот, да? Да? О, стоп! Я все понял. Это, собственно, в какую сторону у меня будет поворачиваться мост. Мозг. Окей, жеш. Вспомнил с песни Цоя. Чего? Вспомнил с песни Цоя, все не так и все не то, когда. Да. Я понял, Форс. Ты выбираешь как платформу, потому что я допер, да. Так, сюда тоже пока нельзя. Я не знаю, может. А! Этот. Стоп! А мне можно тот путь разблокировать теперь. То бишь. Нет, я куда-то сюда должен был входить. У меня где-то здесь был путь в пещеру в саму, который был заблокирован, и я могу его разблокировать даже. Наверное, как-то. Но, видимо, потом. Где он? Я его буквально отсюда увидел. Хотя, может быть, это глюки, ребят. У меня скоро насосы начнут. Вот! Это первый к скачке насосов, отлично. Тогда что у нас получается? Арк. Почему два квадратика соединятся, несмотря на то, что они разные? А черт их поймет. А, возможно, это квадраты, показывающие цвет воды, понимаешь? Чтобы легче было ориентироваться, на какой цвет воды ты поворачиваешься. Возможно, вот в следующий раз мне это реально очень сильно пригодится. Пык-пык. Так, что мне надо соединить? Мне надо отдельно сделать вот эту вот шнягу. Потом мне надо соединить здесь 4 и здесь 2. Даже где-то вот так вот. А, одна лишняя. Я понял, значит, ее только снизу соединить. Окей, сорян. Как я это сделал? Я сделал это вот так вот. Значит, у меня 4 идет вправо, и одна может идти куда угодно. Сюда она не сможет подойти, а сюда. А здесь нельзя, потому что здесь дырка. Секретная дырка. Хотя, стоп, ее можно сделать вот так вот. Вот так пойдет, да. Здесь, о господи, вот. Совсем понятная задача. Так, 4 вверх, то бишь одна вот такая у нас должна быть. Вот. Плюс тройная. Так, стоп. Вот эту зафиксировали, тройную зафиксировали, две зафиксировали. То бишь мне надо сделать вот. Да, стоп. Да, все правильно. Такс. Здесь у меня такая. Ля-ля-ля-ля-ля. Плюс сверху, допустим. Мими. А, ага. Уже допустил. По полной программе. Блин. Ладно. А если я тебя наоборот снизу сделаю, то будет абсолютно то же самое. Так, а если я тебя сделаю вертикально, то будет абсолютно то же самое. Стоп, а не-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 нет, нет, стоп. 3 отсюда плюс не получится. То есть я хотел сделать вот так и вот так вот. Но тогда я забываю как бы вот эту штуку за пределами. То есть она мне скажет, нет, чувак, ты не прав. А, ладно.
А как тебя тогда сделать так, чтобы вот? Нет, нельзя. Так. А что если тебя сделать вообще другой стороной? Что если тебя сделать вообще вот... Угу, я понял. Так. И здесь нельзя. Значит, ее сделать можно только нахлёстом. Причем не до конца. Хотя... Стоп, стоп, стоп. Если я введу тебя так... И остается одна. Нет, она не включится. Мне надо как-то включить вот эту шнягу. Вот, вот, шняга. По-другому не скажешь. Ну как эту падлу включить? Ты, чтобы она еще и работала. Хотя, подожди, мне верхняя не нужна тогда, да? Стоп, 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 стоп. Так, это есть тут, это есть тут. О! Да ладно. И все? Серьезно, так легко? Окей, ладно, ладно, я понял. А, я понял, что ты имел в виду, что ты правильно подсказывал, да. В головоломке два решения, простое и сложное. Да ладно тебе. В головоломке одно решение, верное. Да я понял, понял. Так, теперь мне надо соединить как-то... О, да ладно, стоп, сейчас. Я представлю эту фигуру, ребят. То есть это вот так вот. Господи, мозг. А, хотя не, они же между собой спокойно соединяются. Причем они образуют вот такую фигуру. Либо вот такую. Правильно? Вот эти две крайние. Вроде правильно. Так, а теперь мне надо сделать так, чтобы они одновременно все соединяли. Блин. Мне еще надо сверху это захватывать. Так. Ладно, начнем думать. Ладно, ладно, ладно. Так, у меня есть угловая, причем вот такая. Она у меня захватывает левую странную. Ток, 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 ток. Хотя у меня угловая... Нет. У меня угловая может быть абсолютно любой. То бишь она может и вот так вот быть. Допустим. Допустим, я захватил. То бишь, мне надо сделать... Сейчас, ребят. Блин. Я бы сделал сейчас вот прям так. Но при этом надо делать обход. И у меня тогда правая не включается. Что мне сделать, чтобы правая у меня включилась? Как бы мне ее до себя притянуть? Хотя, стоп, а я же могу просто сделать с помощью верхней. Я могу просто сделать тройник. Тройник у меня встанет сюда. То бишь у меня... Ага, встал он, конечно. Только при этом верхний квадрат я не включил. Угу, окей. Ля-л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 я
есть такие можно поворачивать как угодно. Не как угодно, а по часовой, либо против часовой, как угодно. Ты не можешь ее зеркально отразить. Вот в чем смысл. В этом вся фиговина. То есть вот здесь вот сейчас. Вот здесь вот работал вот с этими, да? То, что я их могу поставить вот только так. Или поворачивая по часовой и против часовой. Ее нельзя поставить вот так вот отразить, да? Но она банально так не встанет.
Она встанет. Как она у нас встанет? Вот, вот так вот. То есть длинный вверх, а не длинный вниз. Вот. То же самое действует здесь. Но так как у меня есть зеркальное отображение уже обоих, да, то есть они складываются в банально в 2 на 3 прямоугольник. Плюс мне надо единичку добрать куда-то. Единичка, скорее всего, меня будет приводить на выход. И плюс же к этому. Так, стоп. А если сделать так. Тогда я. Понимаешь, они еще должны быть внутри этой конструкции все включены. То есть мне надо как-то обойти каждый из этих квадратов, включая их, и при этом добраться еще до выхода. Что-то у меня до выхода да должно вести. В этом сейчас основная вот суть для меня. То есть самое простое решение, которое здесь, наверное, только может быть, это вот. Так, вот. Такое вот, да? Да. Но при этом у меня выход закрыт, как бы, да? Вот у меня есть угол, у меня есть одна лишняя, один квадратик, и три сверху, но выход закрыт. Что мне, как мне сделать так, чтобы у меня выход открылся, это другой вопрос. Хотя я же могу, наверное, зеркально сделать так же, но в обратную сторону, правильно? То бишь, я же могу сделать так. Не, не смогу, у меня квадрат вот этот лишний будет. Так, еще раз, как я это сделал? Я это сделал вот так вот. Если это отображу в обратную сторону, то бишь... Сейчас. Сейчас. Вверх сюда, тройная... А, ну да. И, собственно, я тоже не попаду наверх. Косяк, косяк. Оно у меня должно быть последним обрамлением, чтобы я на выход попадал. Либо эта тройка должна быть у меня не горизонтальной вообще, а вертикальной. Если она будет у меня вертикальной... Ох, что у нас тогда получится-то? Допустим, квадрат здесь вертикально. Они у меня не включатся все. То есть банально это все складывается вот в такую простейшую фигуру. Да. Но при этом как бы они у меня будут за пределами, они не будут включены. Привет, Шах, здравствуйте. Дарогр. Забавная рисовка, кстати. Порзу. Весьма прикольно. Длинный вниз, это шаг. Да, ребят, если я не прошу, не подсказывайте. Я пока хочу сам еще голову поломать. Это загадка интересная, по крайней мере. Тут так вот. Плюс единичка, плюс головоломка. И остается одна тройная, которая черт его знает, как приведет к выходу. Вот понимаете, в чем еще дело? Мне надо еще до выхода это все... Ну, то есть, всю эту конструкцию мне надо как-то привести к выходу. В этом для меня сейчас проблема. Стоп, а если я сделаю вот так вот? Раз, три... Стоп. Тогда левая не включена, блин. Мне надо реально все включать. Поэтому, блин, это раздражает немножко. Так. Если я тебя включу сюда... Три, 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 три. О, нет, у меня левая не включится. У меня просто простейшие, то есть, если я в мозгу все это складываю в простейшие какие-то плотные фигуры, у меня не включаются боковые. Мне надо как-то это распи-пи-пи-пи-пи по всей площади. При этом, чтобы я еще и на выход сумел прийти нормально. Может быть, я зациклился на том, что у меня две крайние складываются в обычный прямоугольник. Может быть, мне не надо их складывать в прямоугольник.
Может быть, вот реально мне просто не стоит их складывать в прямоугольник. Если я их в прямоугольник не сложу, что у меня получается? Хотя, стой. Нет, не работает. Если я это сделаю с другой стороны, то бишь здесь 3, тут 1. А, я уже перекрыл сам себе дорогу. Черт. А, нет, стоп, не перекрыл. Здесь 3, тут 1. И у меня внизу остается, блин, квадрат. То есть я о чем думал? Вот так вот сделать, да? И шлеп. Но у меня внизу остается вот этот квадрат, который я должен как-то замыкать. Так, а если я попробую все-таки не думать, что они складываются в прямоугольник? Так, Шокирон, давай ты смогешь. Да, я знаю квадрат, что я когда-то смогу. Здорово, герой. А за скуби печенье. Так. За скуби кость тогда уж. Ну, да, за скуби... Не, скуби печенье прикольнее звучит. Просто оно в виде косточки. Такс. А если я тебя все-таки включу по-другому? Допустим, вот так вот. И от тебя же должен быть прямоугольник. Вот такой вот. Это все замечательно работает, исключая то, что вверху есть квадрат. Все. Так работает великолепно. Но этот квадратик каким-то образом я должен еще отделить. Поэтому нет. Воу, стоп, 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 стоп. Ай, ё-моё. Ач, ач, и вот так вот. О! Вот так это действительно сработало. Я подумал, не, с прямоугольником я как бы не ошибся, но я думал, что квадрат у них как бы единым целым должен быть, а нет. Квадрат должен был идти отдельно. Прикольно. Так, у нас здесь откачалось. Я должен куда-то в темное место заходить. Оу. Оу, да ладно, это мост? Серьезно? Нет, вроде. Хм. Не, ну, а где типа? Ага. Это что обозначает, интересно? Это я должен полость сделать? Нет. Что ты от меня... Так, стоп. Я не понимаю немножко, что она от меня хочет. Что обозначает этот квадрат? Я же его не должен выделять никак? Нет. У меня должны быть 3 сразу. Но он мне показывает, что нет. Верхний. Стоп, подожди, а почему снизу это не работало? То есть я как бы должен квадрат отделить, правильно? Почему это не работало тогда снизу? Или я должен квадрат отделять именно сверху? Вот сейчас я должен типа 2 снизу отделить. Потому что так показано. А здесь я должен отделить вот этот. Почему? Ты же мне показываешь, что я должен отделить... Вот... И черт его поймет, я должен верхний отделять или нижний отделять? Очень понятная загадка прям. Шаг на 3 квадрата. Катакиос, не подсказывай. Я тебя прошу, пока по-человечески. Ту-т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 у. Шаг, мы вчера ее по-другому решили? В смысле?
Допустим. Угол вижу. А как вы с тройными поступ... А, я понял, как вы решили. Окей. Ну слушай, видишь, как прикольно? Настолько много интересных решений. Здорово, Гаш, кстати, да. Отдельная, здорово. Гаш, ты мне сможешь в ПМ написать, когда мне лучше подъехать? Просто в ПМ-ку кинь время, я к этому времени подъеду. Как тебе удобнее будет? Потому что так ребус решается. Они должны быть вместе, походу. Да нет, ты не понял. Этот кубик означает, что я должен какой-то из кубов исключить. Но вот фишка в том, что вот он стоит посередине, да? Он не стоит чуть выше, чуть ниже. И здесь непонятно. То есть вот здесь вот было понятно. Вот тут вот. Я должен исключить верхний. Ладно. Я должен исключить два нижних. Ладно. Я должен исключить правый. Какой? Почему именно верхний, если он стоит посередине? Вот немножко непонятно. Отрезать ненужную часть. Ну вот, допустим, мне вот... сейчас, как это... Мне вот... А, стоп. Ну вот, я верхнюю отрезаю же, так? Так, а если я захочу отрезать нижнюю? А, они должны быть вместе. Вот в чем суть. Все, ребят, я понял. Я написал, когда ты уже решил, чисто теоретически это должна быть уже не подсказка. Окей. Ты должен исключить, но они должны быть вместе, чтобы исключить. Я понял, Антон, да. Так. Page not found. Layer не найдено. Да любой отрезать можно. Я понял. Господи, не крити на меня, квадроп. Так, и они еще и вместе должны быть. То есть я должен вот так вот сделать. Стоп, почему? Оу, лол! Подожди, потому что я должен вот так вот сделать. Вот почему. У меня сейчас мозг такой тихо сделал. Или не сделал. Нормально все. Так. А, это просто обучалка была? Серьезно? То есть она ничего с водой не сделала? Или нет? Так, стоп. Я что-то куда-то включил туда. Я что-то синее включил, судя по всему, но сначала подождем. Я не спешу поворачивать мост, потому что меня здесь ждут еще загадочки. И, по-моему, этот вход, который я тогда открыл, правильно? У двери. То бишь, я могу просто вернуться обратно, не поворачивая мост, правильно? Да, правильно. Я изнутри его открыл, и вот, собственно, я могу вернуться спокойно назад, не поворачивая вот этот мост. Это хорошо. Значит, я знаю, что есть путь назад. Там две ссылки. Хитро. Оу. Вот это мадама. Кэтрин... О, господи. Это же не Кэтрин Зета-Джонс, это как ее там... Ох, я забыл, как эту Клеопатру зовут. Банально забыл, ты посмотри только. Сколько лазеров открыл? По-моему, 4. По-моему, я пока все еще на 4 лазерах. Причем 3 у меня ведут в башню, а один ведет куда-то в епи-пи-пи-пи-пи-пи. Моника Белуччи, точняк просто. Спасибо. Вот. Так, оттуда я пришел. Сюда мне можно? Вроде можно. Сейчас мы что-нибудь из воды достанем. О, лодочка. Ага. Я тут. Ашизеть. У мельницы я был. Эти загадки я еще не умею решать.
Или нет? Стоп, где я был с самого начала? Я сейчас тут. Это, видимо, там, где... Да, вот здесь вот помогают решать тетрисы. И здесь помогают решать двойные. Вот здесь я был. Вот это начало. Значит, здесь должны помочь решать эти крестики. Но это все будет потом. Я все понял. Окей. Моника Белуччи. Она для меня очень похожа на Йен. Я согласен. С нее арты буду делать. Вот, правильно. Моника Белуччи на самом деле на Йеннифер, она действительно похожа. Так, тут у нас что дальше? Здесь у нас тупик. Кажись, здесь кому-то не повезло. Бывает. Так, а тут у нас... Оу. Конечно. А, мне... Это же как в той загадке. Просто мне надо одну включить куда-то. То есть вот так вот, да? Я бы еще понял, что происходит. Я что-то неправильно сделал, что ли? Так, ну-ка, я сойду отсюда нафиг. От греха под... Оу! Вон та вертикально становится. Если ты становишься горизонтальным, мне можно будет вот сюда войти, что ли? А вообще мне надо наверх, то бишь мне надо обе из них сделать. Или мне надо было просто войти на тот квадрат, как бы, и подождать. Вероятно, да, мне надо было пройти на квадрат и подождать. Скорость. Здорово, великий Шакиран. Здорово, норм. Такс. Я могу сюда пройти? Нет. Я могу что-нибудь сделать обратно? Нет. И даже туда я пройти не смогу. В натуре мне надо было просто на центре встать и постоять. И как мне теперь сделать обратно? Кто мне скажет? Оу. Здрасте. Вот как. Так, значит, я должен каждый... Ого, я б видел, что там еще. Тут три. Тут одна, тут еще три. Но при этом их... Блин, как бы их так сделать? Хотя нет, давайте я сделаю лучше обратно, то бишь я сделаю вот так вот. И мям, и вот так вот. Сейчас она повернется, я стану на эту платформочку, и тогда перейду туда уже. О! В храм всея всего. А можно мне сказать сюжет игры? Я вот с самого начала не смотрел и теперь не в курсе. С Макс Рай, сюжет совершенно простой. Ты просыпаешься и решаешь головоломки. Ну, судя по всему, что ты видишь, ты знаешь, здесь какая-то катастрофа произошла явно, потому что люди не просто так каменные остаются, да? Это очень похоже на... с вулканом Везувием, который... вот это происшествие... Вот, ну, короче, здесь такое чувство, что случилось что-то, ну, очень плохое. Но при этом не говорится, что, потому что вот таких вот людей здесь масса. И при этом очень большая куча загадок разных.
Так. Все, теперь ты можешь начать разворачиваться обратно. Вот. Так я перейду на другую сторону. Да. Почему их обе нельзя поставить как мост? Потому что я банально не смогу сделать это, понимаешь? Это, для этого надо их вот так вот выделить. Но при этом еще прийти на выход. То есть ты не сможешь банально сделать, допустим, вот так вот. А, хотя нет, слушай, в натуре можно. Это я такой. Бывает, бывает. Это нормально, ребят. Прошло 3 года, а мост еще движется. Ну что поделать, ну. Что брать, суккубы или Void Worm? Суккубы бери. Не, Void Worm я уже... Не, я уже забил на Void Worm как реген хп. Это забей. Так, здесь у нас по-прежнему тупик. Я понял. Так, что у нас теперь будет тут? Проход на посмотреть. Ладно. Может быть, для чего-то он понадобится. Посмотрим дальше. По крайней мере, путь наверх у нас открыт. Каменный такой весь из себя. Блин, это у меня на улице что-то. Господи, твой налево. Я же испугался, что в игре что-то на меня начало приближаться с таким скрежетом, а это у меня там на улице что-то какая-то хрень происходит. Так, здесь у нас ничего. А ты случайно в CS не играешь? Heroes Edge играю, Hearthstone нет. Оу, еще один лазер, окей. А что это такое за линия? Я бы знал, что это за линия. Эта линия похожа на лазер, который я включил в пустыне, который бьет в епи-пи-пи-пи-пи-пи. Гей. Такс. Для этого мне надо еще снизу спуститься, чтобы лазер здесь активировать. Точнее, снизу подняться, да. Спуститься снизу это глупо. Так, здесь я обхожу просто эту крепость по кругу. А в саму крепость нельзя никак? Можно, хорошо. Или нельзя? Ну, вроде можно. Вот, собственно, у меня лазер с башни есть. С крепости. С пустыни. Во-во-во, это пустынный лазер туда куда-то бьет. Вообще непонятно куда. Вот. Можно на голове постоять, посмотреть. Офигеть здесь загадок. Я еще вот там вот, по-моему, не был в загадках. Надо будет туда тоже смотаться, но чуть позже. А! Здесь нету... Стоп, стоп, стоп. Там же есть еще выше проход, нет? А, вот он. Он и есть. Хорошо. Вот. По-прежнему, черт его знает, куда лазер из пустыни бьет. Но, видимо, так надо. Либо он бьет через что-то, и вот это именно через мне и надо. Хрен поймет, хрен поймет. А упасть в воду можно? Нет. Музыки не хватает, согласен. Музыки действительно не хватает. А вы большие головоломки решали загадки на местности? Наверное. Ты еще не закончил с болотом, я знаю. Клумба, зачем затоптал клумбу? Здорово, мышка. Оу. Ага. Он куда-то туда целится, непонятно зачем. Но, кстати, он туда целится вместе с моим лазером, который из пустыни. Оу, какая-то кассета. Up there, you go around every hour and a half. Time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast,
You look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai. Что? The whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of a man for years. The cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean. And look up at that great subcontinent of India, pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean, vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix, and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again and again and again. And that identity that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles and Phoenix and New Orleans and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mideast, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon, and now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe, that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing, is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there, that relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl, and there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour. Ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before.
And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that, that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully, that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element, that point out on the end, and that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you, because it's not me. It's not Dave Scott, it's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us, it's we, it's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Очень-очень забавные мысли, конечно. На какую-то секунду мне представилось, вот просто показалось, что здесь все собирается с точки зрения коннекта к какому-то далекому острову, куда мой коннект из пустыни уже идет, и куда я должен приплыть на лодке. При этом здесь загадка, где у меня есть 3 луча, и мне надо еще 4 луча сюда поставить. При этом здесь у меня есть активатор, который в точности повторяет реку, которая подо мной находится. Много вопросов. Ни одного ответа. Ни одного ответа, нахрена сюда женщина карабкается, когда здесь есть проход. Либо она падала, я не знаю. Очень интересные мысли, ребят, зря вы так относитесь, что куча... типа стена воды в тексте и так далее. Нет, нет. На самом деле, порой выговориться и просто понять эти мысли, это дорогого стоит. Так что нет, Аризанов, я думаю, ты не прав. Попробуй нажать на реку. Но действительно, почему бы нет? Я же повторил путь там. Почему бы по речке попробовать не нажать? Прикольно. Но мне от этого ни горячо, ни холодно. Я могу только чуть-чуть бы красивее реку сделать, и все. Вот именно отсюда. Такой шлеп. Хотя, может, я тогда не должен... Он должен вот отсюда. Оу. Ага. Значит, столбы здесь все-таки не просто так. И еще разок. Ничего не происходит. Так. Я же думал, что это, блин, столбы реально не просто так.
Ну это я уже один разок сделал. Окей. Если здесь эти столбы не просто так, что же я должен тогда еще пробовать делать? И причем, ладно, еще. Откуда я должен это еще делать? Шаг, это... Это она селфи делала, окей. Как тебе с философской точки зрения игра? Очень интересно. Ты знаешь, Арчи, мне на мгновение показалось, что я нахожусь на самом деле на другой планете вообще. И что где-то там далеко будет Земля, которая мне, собственно, нужна. Более того, ты знаешь, вот это движущееся облако одно. Точнее, вот это вот скопление, да, движущееся. Хотя все остальные облака статично наводили еще на мысль, что... Я на каком-то очень сильно искусственном созданном острове. Искусственно созданный остров, полный загадок. А вот где-то там меня ждет правда. Но эту правду надо еще открыть с помощью этих загадок. И открывать ее надо, по сути, долго. Но, не знаю, мысли безумно интересны. Мне понравилось ее слушать. Да и плюс голос. На самом деле озвучка, она великолепна. Она просто потрясающая. Больше здесь ничего не жмякается, отлично. Только вода. На самом деле мы один столб. То есть я еще разок такой. Один столб мы активировали, и надо посмотреть, что этот столбик дает. Но я могу, правда, забыть, где он находится, когда я обратно сюда вниз спущусь. Оу! Я этого не заметил. Хотя неудивительно. А что у нас тут? У нас тут невидимое. У нас здесь невидимое желтое есть, которое будет в точности повторять мое движение. Плюс надо разделить черные и белые, при этом надо собрать еще необходимые вещи. Так, а как бы мне это сделать? Так, если я сейчас пойду сюда... Нет, я себе разделяю путь уже. Если я пойду из центра... Так, я уже разделился опять же. Так, тогда... А, не, почему? Угу. Так... Все правильно. Стоп. Тут же у меня этот угол просто... Ну. Вот, собрал. Теперь по поводу разделения верхних. Допустим... Допустим, так вот. А, я сам верхнюю не забрал, вот эту. Черт. Значит, мне надо наверх уходить. Так, если я здесь начну тогда. Так, раз, два, три, четыре. Собрал. Назад. А, нет. Нет. Или я их просто должен отделить, или я должен просто белую отделить от них. Блин, точно, она, я же поверху там шел. Так, стоп. Если я сделаю вот так вот. Так, эту я собрал? Собрал. И она мне дальше все равно не дает пройти. То есть я не смог. Оу! Отделил! В натуре, слушай. Мысли, сформулированные в разных темах, без классификации информации на слух, воспринимаются как гигантский монстр из тентаклей, который выполнен в сети, но еще не сдался и мешает им. Ну, не знаю, я воспринимаю эти мысли вполне себе нормально. Дарал Самара, я сдался контрольный зачет на 4.5. Я тебя поздравляю, мужик.
Ладно, Шак, пойду по делам. Удачи, голубь, береги. Давай, Арчер, удачи тебе. Шак, а попробуй убрать то, что на пластинке. И потом на реку нажать. Так, попробую убрать то, что... А, да-да-да, это я и сделал, точнее. Окей. Так, а тут у нас что? Ох ты, еще один, который по этот в проектор надо вставить. Такс, not bad. Сейчас мы его зарисуем, а то я забуду. Такс, шестигранники. Надо шестигранники сейчас зарисовать будут, а то эту схему, блин, я забуду. Хотя, может быть, она, конечно, и повторяется, но, блин. Чем возвращаться сюда, уж лучше на всякий случай я зарисую, серьезно. Так, так. Так, так. Так, так, так. Так, 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 так. Так. Так, так. Значит, откуда начать? Мне надо отсюда. Я должен пройти сюда, 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 так вот, так, по горизонтали, по диагонали обойти здесь, снова наверх, внутрь. Внутрь и на выход. Так вот. Я надеюсь, я не запутаюсь в своих рисовках. Наверное, все, что избавлю. Да, расслабься. Сейчас все закончим. Сейчас постепенно мы будем заканчивать все вот по чуть-чуть, полигонечку. Успеется, ребят. Все успеется. Так, тут у нас что происходит? Мне надо куда-то вниз попадать. Окей же ж. Так, что у нас тут? Тут у нас спуск на побережье. Это к лодочке. Я думаю, там лодочку можно припарковать в итоге. Так, что у нас за подъем сюда? А, это вода. Это, собственно, моя вот эта ультразагадка. Большая. Вот и стол. Ух, ни хрена. Серьезно? Вот это то, что я активировал на столбе. А все... стоп. Это не все остальное надо. По сути, я должен для каждого уровня данных столбов, которые встречаются, найти и активировать нужную. То есть найти и активировать что-то нужное в мире, чтобы на столбах возникла правильная привязка. Шак, чат, всем привет. Попробуй Майнпасту Таламаус, одна из лучших. Здарова, Леснар. Возможно, но ты же знаешь, я забуду. Так. Это забавно. Это очень забавно. Так, что у нас здесь дальше? Оу. Возврат сюда. Окей. Вообще, достаточно странно чувствовать себя таким одним-одинешеньком в целом таком мире. И это выход. Окей, это выход изнутри. И внутрях я был, когда я в болото само входил, да? Я был там внутри. В этом вопрос, как я тогда был? Интересно, почему здесь тропинка прерывается? Наверное, вот поэтому. Ага. О, так, это следующий биом.
Это я уже в лес вхожу. Нет, мне сюда еще рано. Я хочу закончить пока остальное. Да, вот эти загадки я еще не решал. И походу мне эти загадки еще, блин, рано на самом деле решать. Да, я не знаю, как их решить. Красиво. Ладно. Рано вас-то я сюда пошел. Что у нас тут будет? Тут у нас плато. Угу. Красивый храм. Очень красивый. Мне бы как-нибудь бы обратно на землю обычно вернуться. Туда, где я был уже. Будет все шикарно. И будет хорошо, все хорошо. Походу этот путь обратно, да? То есть, по сути, я мог сюда и с самого начала прийти. Да. Вот он путь, вот я в замок отсюда же шел. Он же путь прямой наверх, если уж на то пошло. Здесь путь в храм, который закрыт. Отсюда мне никто упасть не даст. Ладно. Я даже не разбирался еще с этим, с городом вот с небольшим. Оу. Здрасте. Загадок все больше и больше и больше. Да не говори вообще тут. Количество загадок просто зашкаливает. Да, действительно. Норм, я согласен. Здрасте, здорово. Лучше видами любоваться, не загадки решать. Да ладно, чё ты? Что за игра будет послезавтра? У меня напополам будет Darkest Dungeon и Айзек. Сначала с утреца будет ДД, а дальше часа в 3 Айзек. В 2 в 3 будет Айзек. Такие пироги, я решил просто их на лопапам сделать. Бонсай. Оу. Прикольная загадка. Я это одновременно, что ли, должен сделать? Я понял. Это надо вот так сделать. Ага. Окей. Ни хрена себе. Вот протиснуться сюда не никак. Это очень странно. Стоп. А я же могу в другую сторону ее решить так же, правильно? Да, могу. Только при этом здесь еще куча экранов, которые надо решать. Угу. И здесь то же самое.
О, вот оно к чему. Да ладно. Серьезно? То есть для до ой-ой-ой, нет, ну нафиг. Рано, рано, я понял. Я хочу вернуться сначала туда, где мне было привычно. Потом я с этим храмом разберусь. Учитывая, что теперь я знаю, как там, да что надо проходить, вот по этим угловым, успеется. Банально, успеется. Так, сейчас я еще сначала схожу туда, посмотрю, что тут. И мы пойдем обратно, мы пойдем обратно. А мы пойдем на север, а мы пойдем по северу. Сейчас запиши себе, не пожалеешь, в смысле? Здрасте, да, шаг. А ты можешь не выгонять завтра рано нашу пачку? Послезавтра, Лер. Я так хочу глянуть, я пойду только часам к 12 по твоему времени. Хорошо. У меня завтра вообще мне смертники нужны, потому что у меня куча-куча непрокачанной пачки. А по поводу твоей пачки вообще странный вопрос, потому что от твоей пачки остались живы ты и Хидисо. Вот и все. Так-с. Ребята, не надо мне подсказывать. Я вас прошу. Так, что у нас тут? Оу. Чувак, который тянется за кубком. Ну, ладно. Возможно, я еще не знаю контекста данной задачки, ну, типа, ладно. Окей, даже где-то. Что здесь у нас такое? Здесь у нас просто спуск к воде. И ничего более? Серьезно? Да, слушайте, это просто спуск к воде. И все. Оу! Или не все. Это, видимо, следующая из глобальных задачек, вот эта вот прямая. Значит, здесь все вообще не просто так. Я должен из какого-то особенного места, видимо, туда посмотреть и это что-то нажать. Ну, так же, как с водой не действовал, да? С водой мне ничего не действовало, пока я не пришел наверх на гору. Есть солнце? Нету солнца. Есть солнце? А, нет, в любом случае есть. Оно появляется потихоньку. Блин, оно двигается. It's alive. Это просто тучка двигается. Точнее, облачко. Ладно. Эту головоломку, значит, надо будет решать позже откуда-нибудь. Ладно. О, здорово, Джесс. Рад тебя видеть. Шаг, почему завтра? Не завтра, не завтра. Я же сказал, послезавтра. Завтра у меня выходной. Все в порядке. Меня-то можно будет воскресить ДД? Мармариан, посмотрим. Скорее всего, я буду новую пачку создавать. Если не завтра, то ну вот на следующей неделе. И тогда уже посмотрим про воскрешение. Может быть, нет. Может быть, если успеешь назваться, тогда да. Шаг, нужен совет из ДД. Нужно ли нулевым левелам давать крутые артефакты? Боюсь их потерять, без них висталка хилит маловато. Я давал, если это твоя основная пачка, которая будет ходить днем, я давал артефакты. Пыньк. Это от меня, ребята, это не волнуйтесь. Такс. Ладно, вернемся назад. Вернемся к нашему привычному. К нашим баранам, так сказать. Я не был в городе нормально. Я хочу посмотреть, что у нас в городе есть. Потому что загадки с сигилами я, в принципе, научился решать. А отсюда нельзя так? Жих, нет, нельзя.
Прикольно сделано, конечно. Может быть, это все закрыть надо, я уже не знаю. О, вот, кстати, да, они. My God, is that amazing? Спасибо за follow! Так, здесь мне надо разделить черного. При этом поставить еще двойные сигилы, которые будут рядышком. Нет, стоп. Черного надо отделить, поставить двойные сигилы, потому что они рядом, и при этом еще с белыми справиться. Так они будут не отделены, черные от белых. Так. Если я сделаю так... Так, стопс. Здесь двойной. Допустим, здесь двойной. Стоп, а они будут считаться наверху? Если я сделаю вот так вот, они будут интересно считаться или... А, здесь я вверх, низ не перекрыл, секунду. Если я сделаю... Мям, иди наверх. Стоп. Вот так вот. Ага, тогда я не захвачу второй. Не. А, ну хоть... Блин, с черным вместе. Черт. А я его никак не могу отделить. Не, не могу. Косяк. С другой стороны, если я сделаю так... Нет. Или да? Мям. Так. Да не, не получится. Не. Я не могу сделать так. Я могу сделать вот так вот, в принципе, но это мне ничего не даст. Так. Я могу сделать даже вот так вот, но отсюда я никак не выйду. Я их могу вертеть, в принципе, как хочу. А, стоп! Я же могу сделать и вот так вот. А потом вот так. О! Круто. Блин, а вот со стрелочками я еще не сталкивался. Как мне со стрелочками столкнуться? Да ладно, а что это означает? По-хорошему это означает... я не знаю, что это значит. Окей, я не против. Видимо, это означает, что я должен идти справа налево и при этом два сигила включить. Видимо, это вот так вот. Шаг, артефакт, минус 20 урона от стресса, добавляет урон героя от стресса или убавляет. Минус 20 урона от стресса, ты будешь меньше урона от стресса получать. Сигилы, принцип Талоса? Да, они самые. Именно из Талоса и именно сигилы. О, слушай, а мне здесь окна надо закрыть. Они же могут закрыться. Да. Мне надо здесь закрыть окна, чтобы решить эту глобальную фигню. Мне серьезно надо как-то закрыть здесь окна. Вот. Нет, так не работает. Ладно.
По крайней мере, здесь уже сигилами я решаю. И эта глобальная фигня будет воздействовать на этот столб. Ей! Так, значит, столбы показывают наличие рядом глобальной фигни. О! Так, значит, там, где я был со столбами еще больше. У меня как раз глобальная... Еще одна глобальная фигня, ребят. Вы видите эту, да? Вот она. И куда ты у меня идешь? А, ты у меня идешь сюда прям. Вот. Или она воздействует. А откуда я с башни могу... Вон, стой, с башни я, по идее, могу это сделать. То есть вот эту глобальную шнягу. Хотя ее можно и здесь проделать. И сюда, и сюда. И вот тут. И здесь закончить. Кстати говоря, пока мы недалеко от киношки, давайте попробуем еще одну киношку посмотреть. А то я забуду же. А надо киношку пробовать смотреть. Ну, раз нашел, правильно? Правильно. Так. Привет, кино. Так, следующая у меня будет какая? Вот так, вот так. Вот так. Так, и вот сюда. Вот. So it's absolutely simple. What I have to say to you. It's what my teacher said to me. And I'm still deeply discovering the reverberation of that. And it's simply stop looking for what you want. Not cynically stop looking for what you want. Because there's a way of stopping looking for what you want in resignation and cynicism and closing down. But innocently, openly, stop looking for what you want in this moment. Not tomorrow when you have it. But in this moment, to take one moment, whatever it is you want, however mundane or profound, and just stop looking for it. And you will find more than what you could ever want. Because more than what can be wanted is already who you are. Too simple to be grasped, but absolutely, completely realizable. If, and it is a huge if, of course, you are willing to give up your hope that what you want will be found in the next thought, or the next activity, or the next day, or the next man, or the next woman, or the next teaching, or the next experience. So that's huge. That's the challenge. And I've blessedly traveled to Australia to challenge you in that direction, that directionless direction. It's so simple that it has to be said over and over, because it just slips right by the mind. And if it's said over and over and in enough ways and then not said, it can just be revealed. Not as something new, but as something absolutely fresh. Not new, but fresh. Who you are is not new, but it is always fresh. Who you think you are is old and dead. We just keep trying to think it a little better, squeeze some life
connected. Is that clear? It is? Because that's really the basis of what I have to say. It's not a teaching. It's not a belief system. It's not a way to live your life. It's not a should stop. It's not an if you stop, you will be rich and famous and universally loved and never have a sad moment. None of that, I promise. But if you're willing to investigate for yourself without believing it or learning it or hoping to get something from it, just a pure investigation out of the natural curiosity of the human mind, just to investigate for yourself what is here when I stop trying to get anything. And how much of that is here? And where does that begin? And where does that end? And then the question, am I willing to trust that? Then the challenges get very big. But we'll get to that later. Очень забавные мысли, причем мысли, которые она выражала... О, это еще не все. Want me to say it again? Yeah. You already are everything you want, only maybe not in the way you imagine what you want. And it's that imagination itself that keeps you from discovering that you already are everything you want. So if you just take this evening as an experiment to give up any imagination, any image of what you need to be totally fulfilled, just give it up. It's just an image, just a thought. Maybe a spiritual thought, maybe a worldly thought, a relationship thought, a career thought. Just give it up. And directly discover what's here, unthought, unimagined. How's that? Good. Good. Вот, теперь, видимо, все. Очень интересные мысли она высказывает, потому что половину из этих мыслей я на себе уже в жизни испытал, поэтому я с ней, собственно, был полностью согласен. И, судя по всему, это была первая легкая, это была последняя сложнейшая. Видимо, я просто сразу последнюю, самую сложную мысль попытался до вас донести. Не, не получилось. Хотя, по сути, вполне возможно и другая вещь, что они друг с другом, ну, банально не связаны. Вот и все. Мысль хорошая, мысль глубокая, весьма интересная по поводу того, что ты должен просто... Нет, я не буду ее выражать. Она сказала весьма все правильно. Я перевирать эти мысли, либо выражать их по-другому просто не буду. Банально просто я с ней согласен. Все. На себе сам это испытал, и поэтому я могу с ней полностью согласиться. Так, что мне надо, ребят? Я хотел начать решать эти головоломки тут... Оу. Слушайте, это та загадка, в которой мне надо все черные успеть... точнее, все черные обойти, но при этом еще и сигил сделать, что ли? Ого, серьезно? Мне здесь надо обойти все черные, но при этом еще и сигил сделать. Задачка. Хм. А если я просто все обойду? Ага. Оно у меня не засветилось, но при этом так. Шагу в церковь, подождай. Хорошо быть Space Marine. Уходишь? Чего?
Да. Шаг, тебе тоже сейчас. Подожди. Да блин. У меня чатик вниз проматывается, ребят. Сорян. Так. Детективы на канале бывают, а черт их знает. Может и будут когда-нибудь. А так хрен его поймет. Что ты будешь считать детективом? Что? Оу. Это он классно психанул. А что там произошло-то? А, там дефблоу на всех. Я понял, на всех четверых. Красавчик. Да. Darkest Dungeon, он такой. Хорошо быть Space Marine. Выходишь, стреляешь из мельтов еретиков. Да неплохо. Murderous All Suspect. Нет, Леонор тоже не будет. Этого на канале у меня не будет. Это не для стримов игры, я так считаю. Я написал выше более простыми словами. Я считаю, что ты написал немного неправильно. Murderous All Suspect тебе очень понравится. Шаг. Нет, мне он не очень понравился. И я считаю эту игру немного не такой. Элеонор тоже мне не понравилось. Это немного не про меня игры, ребят. Так, неужели здесь реально придется мне, блин, эту хрень делать полностью? Причем я могу это сделать, ну вот так вот, да? Все обойти вокруг. Но при этом как мне еще и верхние собрать две? Это весьма-весьма хороший вопрос. Но на самом деле не зря она под наклоном. То есть ее можно сделать и немножко по-другому. Вот так, например, да? Хм, и потом вернуться и вот так. Стоп, подожди. А если действительно это так сделать, только вот так вот, поумнее немного. Да, реально, мне надо и все обойти, и попутно еще и собрать сигилы. Охренели совсем. Так, теперь сюда еще и квадрат добавился. Хотя, по сути, если добавляется квадратик, то мне это только на пользу. Единственное, что мне нельзя их соединять вместе по углам. Потому что тогда получится полнейшая хреня. Угу. Я же могу теперь сделать вот так вот, правильно? Так, теперь два квадрата добавилось вообще. Ладно. А если я теперь тебе сделаю вот таким вот... Угу. Стоп, а если сделать квадраты теперь отдельно? То есть вот у меня два квадрата отдельно. Дальше у меня идет эта фигня отдельно, и это не работает. Угу. Так. Опять же не работает. Они должны соединяться с краем, причем максимально плотным образом, чтобы я в итоге умудрился таким... Такс. Да там у босса осталось одно хп, вот он психанул. Огей, огей. Да ладно, не понравилось. Жаль, очень жаль, такие дела в отделе наркотрафика и поджога, конечно, не вытнес, но тоже пошевелить мозгами надо. Квадроп, она не очень для меня. Я сам не играл, ее банально видел, и мне она не очень понравилась, честно говоря. Такс. Одно я решил так, вторую я решил иначе. Третье, я так чувствую, что здесь потом еще больше этих... как его? Гол в церковь. Это вы вот про эту церковь, что ли, говорите? Или про какую? Или про... Нет, это явно не церковь. Вы про церковь говорите вот про эту, что ли? Там внизу вот этот проход, который надо прокопать.
Я просто немного не понимаю. Так, ладно, вернемся к нашим баранам. Так. Как мне сделать... Пу-пу-пу-пу-пум. Мне их надо просто соединить, понимаете, их нельзя соединить, то есть, их нельзя соединять вот, вот так, например, да, или вот так вот, еще проще, вот такого нельзя сделать, потому что попутно я должен все черные, естественно, собрать, поэтому их надо соединять именно в длину, то есть я могу сделать, например, вот так вот, да, только я не соберу правый тогда, логично, оу, да, даже еще длиннее, то есть, вот так вот. Мне кажется, это правильное решение. Нет, а почему? А, потому что нижний круг у меня не вошел. Да-да-да-да-да. То есть мне надо еще попутный нижний кружочек как-то включить в эту схему. Но при этом, если я его буду включать, я, естественно, упущу, допустим... Две штуки черных точечек. А как мне его включить так, чтобы черные штучечки точечки не упустить? И при этом он еще в самой базе был. Хм. А, стоп. Лол. А если я тебя представлю вот так вот? Шлеп, 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 шлеп. О! Сработало. Ты смотри, как интересно. Ля-л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 я. Мне кажется, ее слова немного неверными, так как я считаю, что мысли материальны. Она же призывает к другому. С одной стороны, ты прав, а с другой совсем не то, что доносит эта дамочка. Ну, по сути, да. Так, ого! Здесь теперь у меня вообще две таких. Так, а если я вас сделаю банально... Стоп. Ага, банально так мне их не удастся сделать, да? Я вообще глупость сделал полнейшую. Мне надо вот так вот их делать. Во. Хм. Представить их друг на друге я тоже не могу. Тогда они у меня заблокируются. Ну, то есть они у меня какие-то из точек будут блокировать. Значит, я должен их представить как-то иначе. Нежели они сейчас находятся. Допустим, этот будет у меня здесь. Куда мне можно поставить второй так, чтобы при этом он мне ничего не заблокировал? Допустим, я его поставлю понизу, да, от и до. Но тогда вот эта линия мне будет не нужна между ними. Они должны соединяться в одной точке, а не в двух и даже не в трех. Просто они должны соединяться в одной точке. По которой, естественно, я смогу... Мимо которой я, естественно, смогу пройтись. То есть нельзя сделать один... один тройник вот так, а второй вот так вот сверху на нем, да? Иначе останется куча точек, мимо которых я пройтись не смогу. То есть, ну вот, банально, да? То есть вот эта точка остается. Так, значит, мне их надо распределить на плоскости так, чтобы у меня осталась всего одна линия пересечения между ними. Как, блин, а как мне это сделать-то, лол? А если я это сделаю вертикально, тогда один из них не включится. Так, а если я их вообще разделю? А если я, блин, их вот вообще разделю? То нифигашки не получится. Так, стоп. Хм, как мне их распределить так, чтобы они у меня только одной части соприкасались? Причем соприкасаться они должны, у меня их не получится полностью разделить. Потому что они банально слишком близко.
То бишь соприкасаться-то они должны. Так, а если я сделаю тебя так? Ну да. Второй я так уже не смогу сделать. Мне надо делать его будет вот так. Да? И ни нижний не замкнется, ни верх. Нет, нет, они все-таки должны быть соединены. Такс. Так как ты у меня можешь крутиться вообще в любую сторону, что если я тебя сделаю вот таким вот? Тогда второй сможет к тебе присоединяться, но... Стоп. Нет, я их уже отделил. А если так? Нет, слишком мало, черт. Вот здесь вот еще одной по длине не хватает. Они просто соединились. То есть я хотел соединить вот так, вот этот вот, да? И вот этот вот. Но у них вот одна буквально, блин, одной клеточки не хватает. Нет. Значит, так соединять у меня не получится. А если сделать обратку, тогда у нас банально один из тройников не влезет. Черт, черт, терт. Тьорт побьери. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пур-бум-бум-бум. Шак, это нормально, если персонаж СДД исчез на 3 недели? Да, вполне. Там может быть это на самоистязании, не на медитации, на бухании, на борделе, на игре, на всем чем угодно. У меня один раз чувак проиграл 1000 и скрылся, потому что его кто-то искал. То есть, ну, такое тоже может быть. Просто вошел во вкус типа того. Так, как же мне вас соединить-то тогда? Я бы, может быть, и хотел их соединить вот так вот, да? Но при этом один из них, к сожалению, не входит. Только что, так получилось классно соединить, но при этом одно не хватает. Так, подожди, а если одной не хватает? Блин, так я их разделяю. Мне еще при этом надо, чтобы они вместе были. Вот прям мям. Так, а если я его сделаю на одну штуку повыше, то я уже ничего не смогу с ним сделать, да? Да. Сложно. Как бы мне сделать так, чтобы вы у меня, ребята, при этом при всем соприкасались только в одной точке? И учитывая, что мне ширины здесь явно не достает. Так, даже если я вот так вот начну делать... Он у меня уже не перекроется. Нет, мне надо их перекрывать, причем... Слушай, может действительно попробовать их отдельно просто сделать? Не, не прокнет. То есть... Ну, совсем не прокнет. Нет. Оу, блин, почти. Шоу клоуш. Ну да. Все клоуси. Неужели их можно попробовать разделить? Если бы это можно было, я бы действительно попробовал это сделать. Но... По-моему, нет. По-моему, их разделить вообще никак нельзя. Хм. Шах, ведь почти просто подход неправильный был. Да ладно, Гаш. В смысле, ты про мою вот эту попыточку, когда сейчас...
Когда это было вот так вот, вот. Блин, я уж сам забыл, как я это сделал. Короче, когда вот здесь вот одна плотная получилась, да, с двумя пересечениями. В смысле, подход неправильный был? Я попробую с другой, допустим, стороны это изобразить. И на самом деле нет. Такое здесь не получается, такое тоже. Если их вообще вот так вот изобразить. Нет, так я один обрезаю вообще полностью. Ух, блин, так, а теперь бы вспомнить, как я эту хрень вообще сделал здесь. Так, нет, 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 нет. Так. Как я эту хрень вообще тут изображал-то твою налево? А, ну вот что-то вроде вот такой вот, да? Ну вот банально, просто вот чуть-чуть не хватает у них. Видишь, у них одна вместе соединяется, лишняя. Стоп. Нет, у меня вот это остается тогда. То есть мне отсюда никак нельзя загнуть. Нет. Вот так вот, да. Дать контур начало? Не, Гаш, не надо. Оп. Так, они должны быть направлены в одну сторону. Оу. Окей. Ты уверен? Просто на пофиге так обрезать, но нет. Я думал, если они должны быть направлены в одну сторону, их можно вот так вот вниз-вниз сделать. Но нет, этого нельзя сделать. Если они будут спиной друг к другу, то это все теряет смысл. Если они будут просто пимпочками друг к другу, то это тоже, в принципе, теряет сейчас весь смысл. Так. Забавно. So close, да, 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 ты шутишь. Бе-бе-бе, вот умные все стали, вам не угодишь в очпе. Такс, тут у нас что есть? Нет. А, ну да, логично. Не, так нельзя делать вообще. Так, а если я сделаю вот так вот, чего тоже в принципе нельзя делать, ладно, а так тоже нельзя. Мям. Тоже глупость полная. Так, как бы мне сделать вот... Нет. Прям... А, стоп. А если с самого начала так вот так жик? Жик. О. Ей, лесенка.
Лесенку, чудесенку. Окей, жиж. Ладно. Блин, я вот с этими так и не познакомился. Мне их надо научиться решать. Учитывая, что у меня здесь вообще квадрат. Значит, это как-то должно решаться. Я, к сожалению, с ними еще не знаком. И судя по карте острова, который был там около лодочки, я могу куда-то приплыть, чтобы начать с ними знакомиться. Мы можем потом опять сейчас, точнее не потом, а прямо сейчас опять пойти в болото и познакомиться с этим. Ну, потому что почему бы и нет, как бы, да? Оу. Квадратики. Причем один не горит почему-то. А, не, ни один не горит, много не горят. Ладно. Возвращайся на болото. Ребят, ну, не требуйте от меня невозможного. Если я захочу, я вернусь. Ну, не надо, пожалуйста, указывать стримеру, что и как ему делать. Это очень и очень невежливо. Учтите, ребят. О! Теперь я знаю, как это делать, окей, да? Вот. Серьезно? Стоп. А что ему не понравилось? А, я перепутал, да? Или нет? Да-да-да-да-да. Я случайно перепутал. Я полюмал. Так, секунду. Стоп. Блин, их вертеть нельзя, обидно даже где-то. Нет, это полная глупость. Подожди, а у меня так не получится, да, сделать? То есть вот так вот. Ну, естественно, потому что здесь выхода больше не будет. А если я изначально так попробую сделать? Так, стоп, еще разок, как это было? Это было вот так вот, да? То бишь мне надо отсюда вверх пойти. Так, отсюда вверх пойти. Вот так и на выход. А, ну да, они же отделены. Логично. Сейчас, ребят, секундочку. Такс. Как тебе игра? Какие впечатления? Отличная игрушка. Просто великолепная. Очень хорошая разминка для мозгов. Причем разминка для мозгов, она вот, ну, она реально действующая, прям. Ну вот совсем действующая, да. Как мне это. Мне их даже соединить никак не получается, банально. Их нельзя вертеть. То есть у меня должна быть одна вот именно здесь. По-другому она вообще никак не встанет. Не встанет же? Не встанет. То есть только так. Я не знаю, может быть это вот... Мани. Спасибо большое за донат, Порз. Для поднятия настроения. А то сегодня ты какой-то замороченный. Да нет, я на самом деле не замороченный. У меня... как тебе сказать? Меня очень привлекает эта игра. И я вот... Я вдумываюсь. Я прям мозгом пытаюсь думать, а не как обычно. Но у меня пока что ничего не получается. Почему? Потому что здесь, например, их нельзя обе соединить. То есть я представляю, как их можно соединить. Слушай, а может можно вот так, типа, ать? Стоп. Сейчас, до меня только сейчас дошло. Каким раком я должен это сделать, если она стоит в углу? У меня только одна возможность. Оу, блин. Мне надо сделать вот эту шнягу здесь. И при этом ее еще соединить вот этим вот. Так, то бишь у меня это должно выглядеть вот так вот. Осознание пришло не сразу, я понял. Ну, Шак, ну надо же просто подсказкой. Да я... Да нет, ты не понял. Я не сразу понял, что вот это вот мне воплотить в этом углу просто не удастся.
Такс, окей. Знаете что? Стоп, 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 стоп. Сдается мне, что этот мост должен быть поднят. Не знаю почему. Как будто это большой круг, ребят. Это еще одна глобальная хрень. Откуда-то я должен ее видеть. И мост должен быть поднят. Я тогда пальцем проведу вот так вот. И сюда. И все, типа. И это решение будет какое-либо. Хотя тогда и деревяшка должна быть нафиг. Отсюда... Не-не-не, ладно. Не работает. Согласен. Так, чтобы это туда включить, мне надо что-то сделать тут. Так, а что такое? Там я, по-моему, головолом... Да, здесь я голов... Блин, я мог сюда просто спуститься. Блин! Блин! Ладно, ладно, бывает. А, так, с этой я должен решить наверху. Это бла-бла-бла, это снизу. По-моему, мне надо вон с того домика все это начать делать. Мне еще наверху-то... Во-во-во, мне еще проход наверх надо было включать тогда еще. Ага, я понял. Я понял. Хм. Это снова круг. Это снова круг, кружочек такой, по которому снова... Блин, я после этого решения той глобальной задачки, я буду... Мне теперь везде будут казаться круги и проходы. Просто ужас какой-то. Так, здесь у нас что такое? Иллюминати. Так.